Те, кто застал общение с бытовыми видеомагнитофонами, наверняка помнят, что иногда случались случаи, когда для восстановления эффективности работы видеоголовки приходилось пользоваться чистящими кассетами. Среди них были такие, которые использовали в своей работе специальную магнитную ленту. Для достижения наилучшего эффекта магнитофон с такой кассетой требовалось на несколько секунд включить в режим записи. И вот много лет спустя я вдруг озадачился вопросом, а какие секреты хранит в себе чистящая кассета, которой пользовался я? Результат, несомненно, чем-то порадовал, а также вызвал ностальгическую улыбку. Вашему вниманию абсолютно все, что увидел я. Так он так решил, как родной. Так же Киркоров способствует целомудренности. Все же наши прелестницы и не... заглянуть в будущее и, невзирая на смуту, на инерцию дезинтеграции, строить. Ну и сами понимаете, какой для него подарок будет самый желанный в этот день. Сотрудничество с регионами Российской Федерации. Конкретные проекты... Терроризм. Но наша империя стала сегодня самым... Питерцы, ну такие уже моменты, кажется, подстав ногу удать. Точно только, попади в рамку и гол не минуем. Там Марсель Жамиль, тактический пилот. Рошен. Настоящий шоколад. Мои волосы сухие и истощенные. Инновация. И как ты переносишь этот образ на подиум? Ну, безусловно, каждая коллекция есть свой характер, есть свой стиль определенный, и одевая... Говори здесь, не стесняйся. У меня секретов нет. Да нет, это не секрет. Ну, важное дело просто. Не говори. Ну, в общем, мне кажется, что я до конца расшифровал легенду магнитики. Парагвайского. Биофриз использует запатентованную технологию обезболивания охлаждением. Быстро впитывается... А ты? Если меня тогда от Тавгана не отмазали, у меня сейчас в карманах все было бы в порядке. Удостоверение было бы. Иду в класс. Бы я учился. И машина бы у меня была, и было бы... Как умываться? Давайте вам... В 100 пунктах проведения праздничных мероприятий. 3 дня в городе Насужин проходили республик... Для спортивных команд и массажных салонов. Биофриз с падубом парагвайским. Препарат растительного происхождения для облегчения боли. Бальзам «Золотая звезда» издавна используется при головных болях, простуде и гриппе, потому что он содержит комбинацию высококачественных эфирных масел, позволяющую снять симптомы заболеваний. К тому же он всегда с вами. Бальзам «Золотая звезда» при простуде и гриппе. Thank you.
ты? Ой. Кто это вас арестовал? Подождите. А днем с экс-президентом прощались жители Калифорнии. Мимо гроба, который был выставлен в здании мемориальной библиотеки, прошли более 150 тысяч человек. Среди них был и губернатор штата Арнольд Шварценеггер, который отчасти повторяет карьеру Рейгана. Он тоже пришел в политику из киномира. В Вашингтоне Рональду Рейгану будут... Друга. Он уже не тот жалкий, бесхарактерный слабак. Лысый, никчемный трус, который бежал от столкновений. Они теперь... Ролтон, любимая вермишель. Там... Конечно, удивлена была, когда вот так, мне еще так никогда не дарили цветов. Удивил, удивил. Кто следующий? Алексей. Я думаю, что это не свойственно всем прорабам. Я прочитаю стихи. Две твоих руки, словно два крыла. Ты ко мне плыла, птица белая. И те, кто раньше обучался в других вузах. Будущие инженеры, педагоги. В сентябре 1994 года в Баку был подписан контракт века по разработке месторождений Азери-Чирах и глубоководной части месторождений Гинашли в азербайджанском секторе Каспия. Были порядок. Ну что, девчонки? Занятий нагрузку на стопу. Но и уберегут... Вы и не надеялись очистить. Вместе с Силит Бэнк это больше не проблема. Во всем доме он с легкостью устранит... Позвоните 8 гудок 90. Больше, чем отбеливатель. Теперь наши цветные вещи в безопасности. Медицинский центр. Жулик, чеснок, оливковое масло, душистое. Они беспроигрышные с любой пастой. Запомните это навсегда. И у вас будет всегда замечательный итальянский завтрак. Группа «Серебро», еще раз поаплодируйте. Дорогие девушки, я хотел бы, конечно, не отпускать вас просто так. Вы живете втроем в квартире. И, конечно, вам там грустно. Мы вас хотели бы немножечко развлечь, чтобы вам не было так грустно. Мы бы хотели, да, пожалуйста, вот моя помощница Эльза, ну заходите. Мы бы хотели вам подарить гитару, но прежде чем вам подарим гитару, мы бы хотели вам подарить еще кое-что. Итак, в год своего десятилетия в России всемирно известный производитель посуды Tupperware дарит вам кастрюлю, комбайн от шефа и контейнеры, которые меняют... И это еще не все. От нашего спонсора, производителя кухонной техники «Гефест», группе «Серебро», поскольку вы живете все вместе, достается вот точно такая же варочная поверхность, готовить на которой одно удовольствие для вас. Получайте. Так, а теперь мы споем, девочки, веселую песню с вами. Я предлагаю, я мечтал все видеть. Скорее глаза. Любой. Вы, нет, ну вашу, которую вы поедели на Евровидении. Я так всегда мечтал. Да, конечно. Ну давайте, вдруг у меня получится. Вы тренировались? И... Да. И эти тихие столы... Сейчас мы вернемся к вам, будем говорить о том, как нелегкожничать с тремя красивыми подружками в одной взятой квартире в Алтуфьево. Друзья, а сейчас у нас перерыв на одну неделю, после которого вы узнаете, почему некоторые итальянские переводчики называли... Наслаждение жизнью. Балтика 3.